Владимирская область, Петушачий рай. Петуш. Тут гусеничка висит, ее не видно, но она здесь есть. Вот она, маленькая гусеничка, зато комары здесь огромные. Мы покинули цивилизацию и решили выехать в Россию. Вот прям в настоящую Россию. За Москву и даже за Московскую область. Владимирская область. Деревня Киржач. Спортивная база, на которой огромными буквами написано «Дзюдо больше, чем спорт». Ребят суровых мы уже видели. Ребята с такими большими сумками, с бородами. Ну, все-все, как мы любим, с такими ручищами. Сейчас прям помчу. Что мы не сделали? Мы не взяли ничего от комаров. Погнали заниматься. Ну, в смысле, погнали, посмотрим, как люди занимаются. Сейчас тоже костыль сниму и зарублюсь по футболу. Знаете ли, в детстве я был отличным игроком в футбол. У меня был у единственного во дворе настоящий футбольный мяч. И меня все время звали играть в футбол. Ну, чтобы я сидел, был запасным, и все играли моим мячом. Я был очень ценным ребенком во дворе. Обещали каких-то лошадей, обещали там не то квадроциклы, не то еще что-то. Поэтому у меня сейчас поменялось как бы биологические часы. В Мексике сейчас на 8 часов раньше. И обычно днем мне тебе хочется спать, а ночью нет. Зарубин без бороды, теперь я видел все. Время от времени в зале раздаются хлопки. И некоторые люди, которые привыкли ориентироваться на хлопки на тренировке, типа хлопки начали или хлопок закончили, сразу бросают отрабатывать и начинают оборачиваться. Не алик ли это хлопнул? На самом деле люди просто комаров шляпают. Обычно даже если у себя на тренировках, то я хлопаю один или с кем-то вдвоем-троем. Прекрасный семинар. Ну, основную часть ведет, как положено, Олег Алиханов. Но в каждом уголочке, вот в каждом уголочке, можно подойти и услышать, что кто-то дает еще какой-то параллельный семинар. Допустим, семинар о том, как не падать от свипов. Или семинар о том, как лучше, или как можно сделать иначе. Получается уже не просто урок какого-то одного мастера, а прям ярмарка талантов. Туда посмотришь, там ох, сюда посмотришь, там ах. Прям вот ярмарка джиу-джитсу. Я надеюсь, что техники не очень сложные. Слушай, Настя, ты не видела Серегу Солодухина? Нет Солодухина. Привет, Сереж. Андрей, традиционный вопрос. Сколько ты технику несешь с этого мастер-класса? Как минимум, я научусь брать лапел. Будешь девчонок на даче удивлять? Да. Жена будет против, но как бы... Что? Ну, мы же ей не скажем. Все верно. Мы же вообще ничего никому не говорим и не показываем. Тем временем в Киржаче сейчас прошло голосование. Мы пока не в курсе, за кого голосовали, но мы точно видели поднятые руки. Thank you.
Я надеюсь, что в кадре видно, что здесь практически как в сауне. Как в сауне, да, баня. Сегодня первый день, он вкаточный. Три схватки через одну с отдыхом, чтобы в сборы нормально себя чувствовать и максимально отработать технику. Как бы вы не были технически подготовлены, но если вы функционально плохи, то техника вам не поможет. Будь выносливым или умой. Спонсор БЖ Викенда — это, конечно же, БЖ Фрикс, Орехово Зуево, Знамя Труда, команда Стрела и магазин fightwear.ru. С 10 до 9 каждый день. Дубининская очередь, приходите к нам. Так, лапел брать помнишь? Передавать помнишь? Да, да. Все. Доброе утро. Олег, вы так идете, как будто устали вчера. Я устал. Так я устал вчера. Ну, в общем, мы приехали, можно начинать. Все, я понял. Комары здесь зловещие. Меня не кусают. Я, походу, второй сорт. Ну, реально не кусают. Просто, знаете, женщина — это всегда второй сорт. А, да, вообще-то. Вчера после объяснения в любви со стороны Андрея Зарубина и нашего поста в Инстаграм о взаимности, Андрей пришел в женильном кимоно на тренировку. Он, правда, назвал это свадебным. Покажи Андрея. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Около того. Кажется, сегодня людей меньше. Сегодня, да. Ребята в доту играли ночью. Которые стесняются позвать Алика для того, чтобы он ответил на вопросы, и тем более стесняются задать их при всех, когда Алик объясняет технику, помогают какие-то их старшие товарищи, белым помогают синие, потом эти синие поворачиваются к пурпуровым, спрашивают у них, а порой синие поворачиваются к пурпуровым, подсказывают им. В общем, это совсем не минус данному мероприятию, но мне кажется, что на количество человек от 30 и выше одного инструктора на семинаре недостаточно. Имхо, я могу быть неправ. Блин, ау! Может показаться, что я селфи делаю. Я просто интернет ловлю. Но интернет, походу, не поймаю. Не исключено, что сегодня постов на БЖ Фрикс не будет. Второй день БЖ Укенда. Закончилась первая его часть. Алик показал сегодня как бы логическое продолжение предыдущих штук, но для некоторых белых поясов, да и для синих, чего ж там, произошел взрыв мозга. Наверное. Просто есть видеофиксация, поэтому можно будет дома поработать и разобрать на тренировках. А пока мы поедем покупать херню от комаров. Почему говорю херню? Потому что мы не определились еще. Это крем, спрей или волшебная вода, заряженная чумаком или кашпировским. Москитный презерватив. Возможно, вполне себе. Вы смотрите рубрику «Вопросы от Бояркова не по теме семинара» на каждом семинаре, там, где есть Бояркова.
второй день. Очень радует, что много людей. Наверное, это, в принципе, главное, да, то, что много спарринг-партнеров, ребята все борются, есть соревновательные ребята. Я доволен тем, что здесь происходит. Получилось в наш родной край, в наш родной город, да, привести очень много классных ребят. Завтра будет заключительный день. Ну, некоторые участники даже, приехали не только ради бани и шашлыка, они приехали просто в доту поиграть. Они 2 дня в доту играли сегодня всю ночь, поэтому 2 тренировки они пропустили. Вот, а завтра, да, у нас баня, шашлык для самых стойких, тех, кто выживет, как бы, остается. И такое завершение. Сейчас вечер субботы, 3-я тренировка. Сейчас мы пытались вспомнить то, что было с утра на техниках. К сожалению, только остатки вчерашней техники. 1 из 5. Скорее всего, завтра мы уже ничего не вспомним. Но хорошо, что есть БЖЖ онлайн школ. Там все будет. Онлайн школ БЖЖ. БЖЖ онлайн. Ты сам не знаешь. БЖЖ школ онлайн. Свайпайте вверх.